и зрители, и сами игроки очень ждут первой игры, официальной уже, на чемпионат. И думаю, она получится очень интересной. Темп игры будет высокий. Они будут, я думаю, не будут отсиживаться в обороне, будут прессинговать, поэтому не знаю, как-то надо взять мяч под контроль, то есть играть первым номером. Я думаю, здесь у нас в команде собраны игроки высокого уровня, поэтому это получится.